Продолжаем, ребятушки. Очень стрёмно. Кассена. А вот первый босс. Черт, ежиха взбесилась. Час от часу не легче. Обычно это безобидный геологодиофизический робот. Ага, безобидный. Особенно сейчас. Чем она нас может атаковать, кроме столкновения? Затрудняюсь ответить. К ТТХ этой модели у меня нет доступа. Лишь бы у нее к нам доступа не оказалось. Выражаю полное согласие с вашей позицией. Ладно, пошли искать колбу. Хоть двери в цех теперь искать не придется. Можно сразу через окно пролезть. Надеюсь, она спит. Электро, расходники, боеприпасы, требуется рецепт. Слушайте, по-моему, я сделал все правильно. Секунду, у меня есть идея. Так, навыки, во-первых, да, откроем все. Так, ну это надолго, я с вами пока поговорю. Слушайте, интересная игрушка на самом деле, правда. Очень забавная, очень интересная. Ау. Хз, так, чё? Окей, ладно. Так, ну тут улучшение, офигеть сколько просто, офигеть. Вы читайте, смотрите, что может быть вам интересно. 54-й год, кстати, не так далеко от войны. В 51-м они что-то там устанавливали, Стелла в 49-м. Так, 54-й год, ну да, это не так далеко, не так это самое. Не так, это самое. Того самого. А, не... Майор, оружие или способности? Офигеть. О, музычка. Аллилуйя, музыка заиграла. Е-е-е. Нужно больше желе мне. Да, то у меня бесконечное, но оно бесконечное до 98, вот как бы. F установить. Вау, офигеть. Черт, я мог все это время так делать. Дэнк. Не знаю, что я это качаю, но это надо. Хз, хз, честно, реально, вообще... Так, допустим, вот это... Это... Не, ну босс файт, ёкарный.